Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня будет интересный, веселый контент, я надеюсь. Мы сегодня потрешуем, сольем Ронина. Давно я не бегал гарнизоном, показывал вам гарнизон в разных там прокачках, но сегодня решил еще раз потрешевать, скажем так. Мы прокачаем сегодня имбу, самую крутую, ну, одну из самых крутых, скажем так, героев обычных. Так, о, ничего себе, у меня тут на ап. Я даже не апаю. Это ужасно. В общем, сливаем мы Ронина фул прокачки. Сейчас я посмотрю, что там у меня по героям. Почти, а может и докачаем, сейчас я гляну. Я давно уже не смотрел, мне скорее всего нам не хватит. В общем, что мы сегодня будем делать? Качаем бочку и проходим соло битву гильдий. Можно ли бочкой затащить топ-5? Вот такая у нас задача будет. И легкая, и несложная. Сейчас посмотрим. Сейчас я питомцев, в принципе, дальше не прокачаю, к сожалению, цепа и феникса. Ну, попробуем. Надо будет заняться после английского, когда там все докачаю. Это будет не скоро. Да, не хватит нам на 31, к сожалению. Ладно, неважно. Такс. Поехали, ищем имбу. Так, где наша бачича? Вот у меня тут куча бочек, оказывается. Так, отлично, есть. Тут кто там у меня есть на дефе. Не особо я заморачивался над дефом. Ставим, чтобы нам удобно было юзать. О, ничего себе, даже ремочка есть. Это жестко. Так, 12-12 уже, видите? Все просто изи. Ловим талантик. Ну, я думаю, оживу словить. Надо все-таки бочки ожива. Или взять СО попробовать. Хотя у нее ограничение на 12. Поэтому смысла не вижу от СО. Все равно ограничение будет. Хотя можно попробовать. Давайте попробуем. У меня есть СО. И плюс каменка. Посмотрим. Мега дефную бочку сделаем. Как мы это делали. Так, есть. И когда у себя такое не делаете. Так, прокачиваем левел. Многие пишут сделать аугментацию. Там это, ребят, это не делается. Прорыв тоже не качается. Только на эволюционированных героях. К сожалению или к счастью. Просто есть такие герои. Вот эти гарнизонные, зеленые, синие, которые круче элитных с эволюциями. Так, отлично. Вот так вот. Вот она у нас уже практически топовая. Докачиваем сейчас просвет под восьмую эмблемку.
и идем трешивать. Сейчас, в принципе, быстренько фарманем, так будет, наверное, быстрее. Ужас, как долго. Не хотят жлобы ману давать. Надо хранилище, кстати, будет тоже докачать. Такс, давайте еще разок. Где наша бочка? По-любому сейчас затащим топов. Смотрите, что она сейчас будет делать. Ей уже просто пофиг на все. Сейчас мы ей еще каменку подкинем. Хотя каменка это не вариант, конечно же. Но вы сейчас все увидите. Так. Зеленые фракции вообще отлично. Так, ладно, не буду я заморачиваться. Так будет намного быстрее. Но дороже. Правда, я вот не знаю насчет каменки рунами. Вот мне интересно будет. Потому что каменка это классно, но у нас от хила останется только один этот смотр. Возможно, нам этого не хватит. Ну, в общем, сейчас проверим. Сможем или нет. Так, можно сразу же сюда цепелина вцепить. А ну с другой стороны, какого у меня тоже в принципе не докачанный. Да, тоже не хватит. Так, ладно. Самая дорогая бочка, которую вы видели. Что-то нас не туда понесло. Так. Так, ну я надеюсь, нам уже хватит.
Так, отлично. Ну что, давайте попробуем каменку. Мне кажется, каменка не зайдет. Надо будет все-таки. Нам не хватит отхила. Такс, ну что, поехали. Битва гильдий. Ищем топов. Так, 600. 586, 530. Окей, начинаем с 500-ки. О, отличненько. Значит, считаем. Поехали. Так, смотрим. Вот смотрите, по 4000 получает. Давай, бочечка, тащи, мы в тебя верим. Сейчас посмотрим, что нам смотр скажет. Но я уже вижу, что, скорее всего, мы не затащим. Надо все-таки что-то поменять. Смотрителя нету, видите? То чувство, когда бочка просто унижает базу топа. Вот так вот, ребят. Это просто жесть. Ну, мы это сделали. Гарнизонный герой просто тащит. Вот почему бочка имба. Посмотрите, что делает. Просто огонь. Да, оно того стоило. Однозначно. Разбирает, в общем, базу топа 600к. Просто, просто изи. Смотрите, практически за минуту. Это еще не максимальная прокачка. Была бы максимальная, просто бы лучше разнесли. Вот так вот. Первый готов. Поехали, ищем дальше. 440. 180. Ой, отлично. Let's go. Посмотрим сейчас, кто кого. Вы бочку или бочка вас? Эй, что-то вас много. Я так не играю. Просто изи, ребят. Бочка просто сливает. Герои все ушли в инвиз. Смотрите, что делается. Как быстро они бочку заряжают. Офигеть. Это жесть. Вот что значит топ-герой. Давай, бочка, тащи. То есть в среднем уходит где-то 2 минуты. Но там были... Хотя тут тоже, в принципе, смотрю, прокачки есть. Посмотрим, что там. Тут как-то посерьезней. Или мне кажется так. Смотрите, один лагерь. До сих пор бьем. Отлично. Да, тут как-то подольше идет все. Там магические башни, в принципе, были. Возможно, из-за этого. Скорее всего. Ну и плюс там мы сами били здание, а тут получается мы только юнитов убили. Просто топчик.
Просто изи. Так, ну и что у нас тут? Три топа надо убить тоже. Ну, поехали. Давай, бочка, покажи класс. Смотрите, что делает. Просто нереально. Давай, бочка, тащи. Просто изи. А зачем она забор бьет? Непонятно. Вот тоже, да? Логика есть, забор обойди, блин. Не хватает расстояния, надо именно на пролом идти. Ну, бочка, она и в Африке бочка. Вот в чем преимущество ЦАПа, он даже под станом работает. Тут вообще как-то быстренько мы все сделали. Просто изи. Так, ну, поехали дальше. Следующий топчик. Смотрите, как соло 5 топов разобрала. 4 пока что. Сейчас посмотрим 5-го. То есть в среднем 2 минуты уходит, 2-2 с половиной. Тут еще походу быстрее, чем там, непрокачанное здание. Все, последних секунд 10-15. Последний залп. Бум, 100%. Просто на изи. Так, 405, 444, 470, 487. Ой, ну что ж ты нам так испортил эту картину? Блин, на ком бы тут задержаться, а не на ком. Может, Фрея сейчас попробуем. Не, Фрею не цепляет, к сожалению. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не понял. Не понял, не понял. А ну-ка еще разок. На смотрителя не действует, походу. Отлично. Так, значит, пробуем вытащить. Убираем каменку, ставим выживание. Попробуем такой вариант. Если не получится, то уже попробуем что-то другое. Так,
Так. Возможно, утекание попробуем. Поехали. Нам бы неплохо было бы и Фрейю даже зарядить. Так, Фрейя достает нас. Что-то я не могу понять, каким это образом. Если у бочки ограничения. Странно. Очень странно. Ну-ка попробуем перезайти. Оказывается, щит снимается. Странно стало мне самому. Как же так? Вот смотритель не пробил. А Фрейя, получается, пробивает. Вот, отлично. Отлично, мы засели. Сейчас главное смотрителем. А в принципе, если мы попадем смотрителем по этому, ничего страшного. Это просто жесть, ребят. Смотрите, что делает. Сейчас еще раз смотритель офнет. Вот вам прохождение бочечкой. Ай-яй-яй-яй, там ворожей активировался. Начинает их заряжать. Жесть. Это просто жесть. Чё от бочка делает? Минус ворожей. Жесть, ребят. Бочка просто тупо унижает их героев смотрителем. Хватило бы нам еще казармы, это просто аут будет. Восемьдесят два процента. Да, ребята, это просто аут. Что вы на это скажете? Я, честно говоря, сам в шоке с этого. Ну, это просто жесть. Соло топ-5. Пишите комменты, ну, лайки ставьте. Ну, это бочка. Это самый... Вот почему, ребята, бочка имба. Вот так вот. Нет слов просто. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.